Дорогие жители Пушкинского района, уважаемые ветераны, от всего сердца хочу поздравить вас с великим праздником, с Днем Победы. Поздравляю тех, кто защищал нашу Родину. Поздравляю тех, кто работал в тылу. Дорогие друзья, это ваш праздник. Мы, молодое поколение, безумно вам благодарны за наше мирное небо, за нашу прекрасную жизнь. Дай Бог вам здоровья, сил и долгих-долгих лет. Никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо вам большое, низкий поклон.